Сегодня же в своей резиденции Нурсултан Назарбаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Турецкой республике Инжинсиитом Туймебаевым. Дипломат доложил главе государства о текущем состоянии и перспективах отношений двух стран, отметив высокие показатели взаимодействия в торгово-экономической сфере. Обсуждались и вопросы, касающиеся подготовки предстоящего государственного визита президента Турции в нашу страну. По мнению собеседников, это придаст импульс дальнейшему расширению сотрудничества.